образом. Ну, примерно. Привязано. Постарайся не умирать, это семерка GoPro, самая хорошая. Привет, ребята, Гудаури Грузия, Анатолий и Олечка. А мне нужно вот в этот? Мы сейчас находимся в замечательном месте. У нас, кстати, осень, красота, цвета видно, да? Ну, так как нам не видно здесь вообще, ни на какой камере. И вон народ стоит, смотрит, аплодирует. Сейчас полетим. Интересные видео, поэтому вы видите во время полета. Можно, держи, держи вправо. Пожалуйста. Самое главное, не падай. Хорошо? Скажу и тебе назад, идем назад. Она привязана. Идем назад. Скажу, слушай. Олечка, ага. Идем назад, когда скажу идем назад. Скажу тебе, идем Анатолий, вперед. Вы меня прям за шкирку. Идем вперед. Я боюсь. Слышишь, уже. Да? Не бойтесь, не бойтесь. Это бойтесь. Вам ты хорошо, не, конечно, не. Вы каждый день. Ну, я Олечка, понимаю, один, шаг вперед, один шаг вперед. Один шаг вперед. Один шаг. Все. Готовы идти назад, Оль? Пойдем назад. Идем. Пойдем. Все, Олечка, садись. Олечка. Как птички. Все, всем пока, аплодируем, ребята. Все громко. О, спасибо. Крутяк, да? Это колено очень. Левую вверх сделай, пожалуйста. Так? Да. Хорошо, удобно? Да. Правую вверх? Молодец. Сколько вы полетов делаете в день? Куда по-разному, дорогая моя. До 25, больше не получается, физически устаю. Это Походы очень нет здорово. Уже. И вам до сих пор нравится? Я разные вещи занимаюсь, не только у каждого людей. Соревнования, например. В разных местах по миру это делаем. Надоело здесь, поехал в другое место. Ой, какое у вас здесь замечательное. А вообще вы где живете? Здесь? А вообще живу. Ну вы же с Украины, правильно? Родом из Украины, да. А живу я в Гудаури. Здесь, да? Да, именно вот где вы подъезжали. А давно вы здесь? 8 лет. Здорово. Всего лишь 8 лет. А почему вы уехали из Украины? Получилось, там война идет. А, из-за этого? Да, надо было либо идти воевать с русскими, я не могу брать их убивать. Можете дать мне в левую руку камеру, я вам туда снимаю немножко. Давайте. Вот, посмотрите назад, влево. Вот так, да. А мне можно вот так держаться? Можно. Я тебе скоро дам в левую руку, правильно? Верну. Держи.
боюсь, это наоборот классно. Ничего бояться, по-моему, вообще не надо. А я еще, знаете, такая, да господи, я люблю высоту, что там прыгать? Я подошла и смотрю на обрыв. Вот там такой парапет, и я еще умудрилась просто лечь туда и смотреть. Это было очень страшно, зачем я это сделала. А вот это, потом, кстати... Потом ты сказала, ничего себе, да? Бег уже появляется. Где, где? Белый вот этот? Вон он, да. Да вы что, и он даже сегодня без туч. Начало. Мы еще больше увидим? Побольше. Ну, по крайней мере, я там слышу. А на видео это будет? Каспер? Конечно, будет. Не спеши. Сначала.